Вот тут такая история. Сергей поймал карася одного большого здесь, на лагерном пруду Камогориха. Но я попросил отвезти на второй мостик, он отказался. Мы пришли к Роману, просим его отвезти нас туда, выпустить на второй мостик. Вот. Посадите с той стороны, держите. Хорошо. Коля пусть держит ведро. Не, так. А там дождик, наверное, идет на нас. Где ротан, там еще нету. Только он один живет. Он круглый такой, ну и небольшой, вот, четверть. Да, она застынет, а потом растает, как раз на этом четвероногие. Представь себе, едем, экспедиция с одним карасем. Вот кто скажет, не поверит. А вот когда рыба-то там будет, вот это в истоках будет стоять. Сергей отказался, непонятно, почему заболел он или чего. Сейчас мы поедем мимо ямы глушу. А я там рыбаков видел иногда, на том, на втором мостике, на лодке плавал. Так они могут поймать его. Ему надо какое-то кольцо поставить где-то. Нет, я к тому говорю, что там могут быть еще караси. Не знаю. Ну, этот-то... Там же вода-то все-таки была, там не было сухо. Не было сухо, не было, да, там сухо, но там было по колено чуть выше. Там был карась и окунь, огромный окунь такой, ловили мы. Я помню. Явно Глушкова. Явно Глушкова, вон она какая. Это надо вычерпать все, это, ой, как тяжело ему будет. Запрещенно живут, поэтому такая комплекция. А мы бросаемся в самые невероятные истории. Вот если бы здесь большие мордушки были, и в мордушку это совершенно неповрежденный был. А сеть она портит рыбу. Ну, для еды-то она разницы нет. А если для расплода у него, писал, жабры поврежденные, а может от жабр зависит и икра будет молоть, ну и пропала наша лавочка. Надо, чтобы Сергей всех сохранил в следующий раз. Ну, может, он не зря остался, сейчас приедем, опять будем отвозить еще одного. А Сергей-то вообще пошел, что ли? А он уже вернулся? Конечно. А вон сидит кто-то рыбачит. Там Сергей рыбачит. Сколько там рыбачит? Сергей? Да. А может, не он? Да, он сидит. Сергей рыбачит. А где он сидит? У березы? Да. Да. Заднее стекло-то нельзя тебя пустить? Можно. И там кто-то еще. Посмотри, кто там еще? Только Сергей. Нет, только один. Только один. Один, а так как он что? Голову не сдвигайся. Имущество. А там что-то или кто-то что-то оставил, или просто я не пойму. У березы там кто-то. Ну, с той стороны, правильно? Ну да, Сергей Павлович, его ведро там синее-зеленое. Ну, все, еще кто-то. Серьезное дело-то. Он, видимо, потому и хочет тайный добродетель сделать. Поймать и отпустить. Вот нам рыбу привозил здесь. Как он ловил, я не знаю, карасей. Отец Виктора Николаевича. Но он обычно в сети ловит. А? Он обычно в сети ловит. Ну, сетью это для расплода, я не знаю. Ну а что, он заходит в очко там и застревает и все. Как застревает? Значит, чего застревает? Ну как? Значит, жабер. Он же... Он двигается назад, не может жабер его. У него задней скорости нет, у него задней передачи. Он только вперед двигается. А тут раз сеть, он вперед и все. А то когда вытаскивают, он висит на жабру. Правильно, его надо не взад вытаскивать, а вперед дальше. Так никто не делает. Вперед, как он? Ну надо и очко развязать и все. Потом... А очко не развязывается, так конечно. Разрезать, я говорю. Не знаю тогда. Я знаю, что когда вытаскивают, они висят на жабру все. Все до одного. А там скорость какая? Его тянет назад. До этого он был против течения, а теперь его тянет и на жабре застрял.
Я не знаю, мальков продают или нет такие пару. Да, я сейчас не знаю, продают без ноток. Я не знаю, карася продают, нет. Надо сейчас. Алексей, я спрашивал, говорю, может какая-то есть рыба, которая будет зимовать. Ну это мелкоте, он что-то не знаю. Ротан, ротан. Ну нам не надо его, они, повторяю, он не вкус. Не знаю, какая вот продается, то ли скумбрия или какая такая сухая. Ну что ж, он не вкусный, там можно что-то нормально. Карась царская рыба называется, у него особый приятный внешний зад. Ну гард тоже вкусный. Гард, да. Гард, он задыхается, он слабак. Самая сильная рыба — это королевский лосось. Его никто... Да, королевский лосось самая сильная. Ну каменистый. Даже одним мостом не включал. Так твердое дно, поэтому пройдет, что он туда едет. Я тут флажков натыкал, где нашел, пасмы приходил. Да? Да. Флажки красные, так, метр 65 высотой, я привязал их к пасмам. Если корова подойдет, считается, будет она уродит. Далеко не идти. Подъехать, я спущусь вон там. Там ближе, чтобы было. Задняя скорость Даши выйдешь. Вон флажок, вон. Вот, я вижу один, видишь? Второй. Второй, два рядом. Ну вот он хорош. Пожалуй, так. Ну, карась. Сеть пока наша не прорывается. А мы на правую сторону. Вот вышли на правую. С правой стороны. Вот он как, смотри. Вот он, красавец. Сейчас мы будем рядом, подойди. Вот он, где меньше травы. Где же его пустить-то, чтобы видно было? У меня такие же. А вы траву, вы траву положите. И он снимет. О, в траву положи, то ли выйдет, то ли нет. Нет, траву как бы затопчите, у вас сапоги-то. А, нет, тут это я... У вас пробоина. Они все дырявые. Ну, вот. Вон вода стоит. Вон вода стоит, да, действительно вода. Ой, скучно ему здесь быть. Ушел. Все, как не бывало. Не стоит. Стоит? Он стал, да. А где он стоит? Да вот здесь, возле травы прям. И главное как, ушел и все. Да не ушел, все, он остановился и стоит возле травы. Его видно его? Я вижу его. А где стоит? В каком месте? Ну возле травы прямо вот. Вот так прямо? Да. Возле травы. А тут не надо ему стоять. Ну что-то там помутнело, может он. Ну уже не видно ничего, помутнело. Может пошел потихоньку. А где его найдешь? Все, пошли, нету. И плывет поди, да? Конечно. А что он тут будет стоять-то? Коршуны свои утащит только. Ну-ка. Руку подай. Дай мне руку. Братство. О! О! Давай. Я наелся сейчас, пузатый. Ой! Как хорошо.
Вот здесь была вода, и вот здесь труба, и даже не зацепился. Камыш густой, густой, там его как попадет. А это землю когда-то грузили, а не там воды. Мальтизера. Благослови его, Господи, на новую жизнь. Тут ему хорошо будет, но тоскливо.